Первая рыбалочка наша, зимняя. Сейчас печечку, палаточку. И в путь. Счастья нет предела. Всем привет. Тюкала. Как нам сказали наши друзья, сколько они, неделю назад здесь были, ротан клювал так, что руки уставали. Вот, посмотрим. В общем, у нас в здании конкурс, кто больше ротанов поймает. Сейчас счет пока сколько? 8-7 в ее пользу. Лидирует пока. Вот. Угу. Смотрите, как я ее сейчас буду выигрывать. Смотри. Ух ты, как он дербанит его. Так он уж дербанит его. А все, слетел за тебя. Нет, держи. Сейчас. Вот он. Папа он ловит. Вот он. Этот коварный тип. Всех захватываю. Гражданской наружности. 10-10, да, говоришь? Ну что, Танюш? Так, а что, 10-10, подожди еще. Выигрывает? Сдаешься? Нет. Зря. 10-10. Я в этом месте сдался уже вы. Чуть-то я должен сдаться. Интересно на камеру смотреть, как он подходит. Хватит, хватит. Мышка, сука такая. Ну, свеженький сразу же. Ну, дуплетом. Ладно, не морать не хочу. Ага, классно. Твой метод селтоса продали, короче, на, по-моему, на 400 тысяч больше. Да ты чё? Да. Сказали кому? Кому? Не знаю, кто-то купил. Они его выставили дороже, короче, на 400 косарей продали, блин. Практически сразу же, блин. Кому-то повезло. Угу. Не битое, не крашеное. Ну. Может, глубже что-то и. Андрей, вот не берет. Угу. И он даже еще. Буква Ю поплыл. Вон мормыша взял. На санях не ездить на буранах еще, потому что страшно, опасно. Я помню, как-то мы на зимней рыбалке на машинах на лед заезжали. Вот так машина стоит, и мы рядом. Ну, а там, кстати, в том году тоже заезжали на Салтаим на машинах, блядь. Когда мы были, наверное, машин 100-200 было там. Вообще, вот город весь на этом. Блин, ну опасно же. Опасно. И на ему вот так ночью сидим в трещинах. Да. У цехом так прошла, в лунках вода зашевелилась. Ничего. Мы так приехали в том году с Лешей. Кого мы же не знаем, второй год так рыбачили зимой. По снега было вот так вот, наверное, метр, блядь. Уже на снега же много было в том году. Mm-hmm. И когда Леша бурил, короче, треснул лед под нами. Ну, сели нормально, все сидим, сидим себе, блин, в палатке тоже уже. И просто вода сначала была хер знает где, за метр, блин, получается, от снега. И потом она поднялась, и вот так вот стоит вода в снегу. Ваня приезжает на санях, а там ступить нельзя. Здесь-то пол держит, блин. А там наступаешь и сразу проваливаешься полностью. Он говорит, вы что молчите-то, вы, блядь, вы тонете, блядь, вы просто, говорит, плывете, блядь. Как мы перебирались, все понабрали, короче, я тоже наступила, набрала, меня Леша поставил, стой вот здесь и никуда не шевелись. Я чуть-чуть шевельнулась, на нахуй, ушла в воду. Нифига себе. Там вообще жесть, кое-как вещи перекидали, на другое место переехали, там уже сели нормально, все, мы сидели. Смотри, рот свой открывает, смотри. Давай. Где-то оп, чуть... оп, есть. Готов. Готовченко. Это еще сопротивляется. Тань. Ну неужели ты по более-менее хороший размер начал ловить? Ну это победа, да? Эту мелочь ловит и говорит, что победа. Таня, это победа?
Ну, так, не, конец... А ты смотришь, как зацепил. Нет, когда я позже тебя ловила, я не говорила, что это победа. Когда у тебя было, у меня было 6, а у тебя было 2. Верила в меня, что я выиграю? Да неужели ты сравнялась, что ли? Да. Мы разом. Ну, мы разом с папой. Смотри, у тебя клюет. А, точно, мне клюнуло. 12-11. Ну, в общем, дела обстоят так. Я побеждаю. 16-13. Таня, вон что-то подрастроенная. Нет. А то там говорила там что-то 10-7-3. 10-7-3. 10, было 8-2. 8-2 даже было. Это Денис чуть не плакал, здесь сидел. А сейчас Таня расстроилась. Ну, нет, Таня не расстроилась. Ух ты, тянет. Что творит? 14-16. Кто-то там прибавляет себе до помочки. Которую рыбу не вылавливает, считает ее тоже за рыбу. Нет, все честно. Он сколько увидит, так считает. Ну ладно, так. Победит дружба, наверное. В общем, короче, что-то происходит. Дуром поперло. Меня снимает. Смотри, вон он стоит на камеру. Повернулся. Ну давай, бери. Вот так. Ну давай. Вот он. Эй, сорвался. Таня, ты что, бежишь сюда, что ли? А здесь занято лунка. Таня, а тут заняты уже все лунки. На, сына. Сверни ее. Ты что, обалдел, что ли? Удочку. Смотри, прибежала такая. На две удочки сейчас вот вытащил только на это. Дениса, сверни, пожалуйста, а то сейчас. Запутается. Сейчас, подожди. Вот он. Ага. Есть. Ты подкрылся. Есть. Я пытаюсь закрыть его. Спасибо. Сейчас Таня только зашла так. Ай, блядь. Сейчас клюв прекратится. Клюв прекратится. Нет, одну за одной, это не хочу сейчас, вот серьезно. Я говорю, он туда пришел, короче, там вообще ничего не перестало клювать. Только ушел он, я тоже одну за одной начала тянуть. Ну как же я могу уйти? То есть там сидеть, если у него здесь ловится. Блин. Только здесь ведро неправильно. Кидаешь, оно не наполняется. Эта рыба такая, не как карась крупная. Блин. Ну ты быстро, кстати, добежала. Слышим только, как кричишь. Я здесь. Я иду, да. Смотри. Оп. Ой, какой хороший. Ой, какой хороший. Малек, какой хороший малек. Ну, все, смотри, Таня пришла и все. И тишина. Почему тишина? Нормально. Ну. Вот он, смотри, морда, Тань. Смотри, морда. Я зато за хвост попал. Вот второй. Опа, схватил. Нет, давай еще, он только за мясо взял. Оп. Ну, говорю, за мясо только, сейчас, наверное, сорвал его. А я за хвост поймал, а ты не поймал. Какие мои годы-то? Смотри, идет. Давай. О, вот этот хорошо заглотил. Что ты долго вытаскивал? Ага. Вот он. Давай. Оп. Чего он там такое съел? Палку, что ли? Палку держит. Курит. Курит, ну смотри, курит, реально. Ага, что-то курит. Тянет. Ну-ка покажи гиганта. Хороший. Надо ему в рот и так засовывать. Ага, палец в рот. Вот, видишь, как красивый. Нормальный. Да, шикарный. Шикарненький. Вот такие бы все были бы. Свежий один огурчик стоял в дорогу. Спасибо. Это для запаха, блядь. Это почему так происходит? Я понять не могу. Что это такое вообще происходит? Да все ловят, кроме тебя, Денис. Все, кроме меня, ловят. Ну как это? Что за семейство Бочанова, а? Да. Вот он, ну! Давай, я на тебя верю! Есть! Yes. Ну и ты посмотри, что происходит! Выплюнул. Ну, ты своим словом ес его напугал, он русский рыба. Русский рыба. Вот он, давай. Есть. О. Ну вот это мой. Ну мой. Ты все, последний момент оборвется. Я же говорил, вот он. Это что-то, это... Ты там руки скрестила или что, на фиге держишь? Я пытаюсь.
Ну что, Татьяна? Я тебя победила? Ой, победила она меня. В общем, там это у них на улице. Они нарыбачили. Вот ты вруна! Татьяна нарыбачила на улице, а мы вот. А я понимаю, что ты это все. Вот. Кишит. Корм собакам. И крупничок на засолку. Сейчас еще те доложим. Полное будет, наверное. А здесь вот таких штук. Вот таких мы считали 800 штук, да, Влазит? Полностью. Полностью, да. Забить. Ну, сейчас мы ее как раз с улицы все. Ну сюда. Там покрупнее были. Дядя что-то поменьше. Ну ладно. А мы будем с вами прощаться. В следующем мы через неделю. Да, на карасей. На карасей поедем. И на окуньков. О, клюет. Клюет. У тебя клюет или у меня клюет? Мне кажется, у тебя клюет. Не. Ладно, все. Всем пока. Что это? У нас все вместе получилось. 45-литровая. Ох ты! Что-то здесь больше 45. Там-то у Дениса крупные. А, еще там же ведро. Вон там еще крупняк лежит, да. Килограммовый где-то. На выходе уже сейчас насобираем. А вон еще вон они запрятали. Запрятали, это я поставила твоим саням. Вот еще. О, смотри, сколько Таня сегодня нарыбачила. Нет, это Денис, я проиграла бутылку самогонки. А, ну, она сегодня коньячок проиграла. Да, да. Муж ее, правда, отыгрался, но надо было ему сначала... Если отыгрался? Скольки литровый играл? Жестко порвал, блин. Не, ну жестко порвал, но надо было спорить сначала, а потом рвать. Да я... Все, рыбаки, по домам. Да. Вообще быстро время пробежало.